Неоднозначная трагедия в поселке Сява Шахунского района. Велосипедист погиб под колесами автомобиля. За рулем был бывший депутат местной думы, а ныне директор предприятия ЖКХ Евгений Оленев. Как говорят родственники погибшего, в момент аварии он был пьян, хотя документы говорят об обратном. Удар был такой силы, что велосипедиста отбросило на 10 метров. И он валялся. Вот его лежанка, видите, трава. Велосипед вот туда даже, вот бросило, вот там он валялся, за доской-то вот туда вот. Перелом позвоночника, перелом грудины и нескольких ребер. Извините, как говорится, простите ради бога. Шел дождь, стал входить, вижу велосипедиста. На встрече шла машина без фар включенных, я нажал на тормоз, и меня вот здесь просто-напросто занесло. И задел велосипедиста. Он был пьяный. Он вот даже с женой стоял вот здесь вот. А мы на той стороне стояли. И вот он стоит. Она рядом. Он никуда не ходит. И как бы ему идти, вот только вот так шагнет, и его раз, ноги крестиком. Ну, его шатает. Он опять стоит. Ну, извините меня, пожалуйста, когда я не каждый день людей сшибаю, правильно? Меня прямо затрясло, закачало и так далее, и тому подобное. Понимаете? Он говорил, что спиртные напитки не употреблял. Запах алкоголя я как бы не чувствовал, шаткая походка нет. Единственное, видимые признаки – это резкое изменение краски кожных покровов. Я говорю, слушай, чего? Я говорю, почему же вот человек-то, ведь я говорю, пьяный, вы все видите. Почему же вы его дышать-то вы не заставили? Ведь обычно делают там что-то на алкоголь. А у нас аппарат здесь не работает. Я говорю, да, именно на Оленева у вас аппарат сломался. Это приедет сейчас милиция там из Шахуни, и вот это будут ему как бы это все делать. Те приехали, сразу взялись замерять, от машины до машины, то все в первую очередь. Я говорю, подошла, я говорю, извините меня, пожалуйста, но говорю, наши почему-то его дышать не заставили на алкоголь, а у вас? А у нас один только аппарат, он у нас в Шахуни, нам как бы с собой нельзя возить. И так они его дышать не заставили. Потому что в больнице прибора нет. А у вас нету прибора? Есть, он один стационарный. Как понять, стационарный? То есть от сети работает. Справочку ему дали, что он был совершенно трезвый. Потому что у него связи, наверное, есть. А мы же простые. Очень несправедливо. Родственникам мы оказываем всякую поддержку. В данный момент все затраты, связанные с похоронами, с погребением, мы взяли на себя полностью. Начиная от морга и заканчивая завтрашними похоронами, даже поминки, будет все оплачено с нашей стороны. Так что мы оказываем всяческую помощь, и пока он лежал в больнице, мы связь держали с родственниками, всякую помощь им оказывали. Кстати, несмотря на отсутствие доказательств опьянения, родственники погибшего намерены добиваться наказания Евгения Оленева за совершение ДТП, повлекшее смерть человека.